по поводу ценностей вообще и много для себя открыла, просто ответила на многие свои вопросы, цели, задачи, вот все стало более, я бы сказала, ясно. Атмосфера очень крутая, мне понравилась, и Мария такая просто простая, хотя, в принципе, и в Инстаграм наблюдаю ее страничку, вот, я бы не сказала, что какой-то другой человек, но в целом мне все понравилось, классно.